На территории Духовного центра преображения в уральском городе Серове создали необычную автомастерскую «Автожизнь». Слесарями в ней станут обыкновенные подростки от 10 лет. В рамках проекта ребята постигают азы автослесарного дела. Поршни. Поршни, молодцы. Так. Инжектор. Распределительный вал. Ремень. Цепь ГРМ. Так, цепь ГРМ. Так, хорошо. Игрушки убраны на полку. На этих занятиях все серьезно. Будущие мастера своего дела уже неплохо разбираются в вопросах, непонятных и многим взрослым. Ребята сосредоточены. Здесь хоть и сложно, но можно разобраться, как же устроены автомобили, что так волнует сердце каждого мальчишки. Мы думали, что меня не возьмут, но взяли третий урок, и мне все легко дается. Но есть некоторые недостатки. Ну, так легко. Мне нравится заниматься машинами, работать над ними. Нам потому что нравится заниматься автомеханикой, самой жизнью автомобиля. Ну, это интересно и может пригодиться в будущем. Чтобы не ездить по мастерским и не тратить очень много денег, можно просто взять сам, лечь и починить. Стараются познать, успеть, обогнать даже друг друга. И я думаю, что результат будет положительный. По завершению вступительного теоретического курса мной запланированы зачетные мероприятия, которые тоже подготовят ребят к практическим действиям. Может получиться так, забегая вперед, что вот автокурсы «Автожизнь» могут послужить выбором в дальнейшей профессиональной специализации наших ребят. Господь свел единомышленников, создал команду, говорит один из инициаторов проекта, отец Семен Шестаков. И теперь идея создания ребячей автомастерской обрела свое воплощение. Появились силы и средства для ее продолжения. Обучение подростков автоделу – дело очень важное, необходимое. Но самое главное, какую цель мы преследуем – это воспитание в подростках мужских качеств. Конечно, им очень интересно узнавать автомобиль. Конечно, им очень интересно там, ковыряться в этом автомобиле. Да? В 50 тысяч раз будет интереснее, когда эта машина, которую они будут, наверное, вручную заталкивать в этот гараж, когда она поедет. Да? Вот она сама выйдет из гаража, и она будет участвовать в зимнем мероприятии «Серов Айс». Зимние автогонки. Мы когда ребятам об этом говорили на собеседовании, сразу глазки загорались. Курс у нас длится практически полгода, то есть занятия у нас уже идут, то есть с июня месяца до декабря. В декабре у нас должен быть конечный результат, то есть уже готовый автомобиль, полностью на ходу, красивый. Но ребятам я уверена, что это задел на будущее, то есть как настоящий мужчина, ребята должны уметь, да, обращаться с автомобилем, и вот элементарные какие-то навыки обслуживания автомобиля пригодятся им в любом случае. Педагоги указывают на уникальность проекта, который поможет в будущем взращивать специалистов своего дела. Ну, я думаю, они наоборот в данном возрасте открыты к всему новому и очень будут рады этой информации. Им интересно будет разбираться в автомобиле. Это для них очень новое. Ну, как большой конструктор это будет для них. Впервые в городе Серове открылись такие автокурсы под названием «Автожизнь». И класс, который сформировался по результатам собеседования, начисляет на сегодняшний день 14 ребят. А все они ходят с желанием, занятия не пропускают, вот, чувствуется интерес теоретических наших занятий, которые впоследствии будут дополнены практическими упражнениями в автомастерской. 14 ребят по окончании обучения на реальном автомобиле смогут отработать практические навыки технического обслуживания и его восстановления. А в декабре выпустят машину на зимние автогонки.